Короче, вон что. Это первый костер, ну, первый костер, да, в этой локе, или второй, точно не помню. Ну, короче, вот вы сюда заходите сначала, здесь вот моб стоит, тыры-пыры, уже пидыры, вот здесь лесенка, и вот тут корабль. Так вот, это событие сейчас происходит уже после того, как я нашел рычаг и спустил воду. И видите, корабль, он всплыл. А раньше он был низко, и до него невозможно было, на него невозможно было попасть. То есть вы могли спрыгнуть, конечно, но вы разбивались. И тут лежит потрепанный журнал. И лежит еще зуб из моря, и вот он, гребаный квакун. Поговорить. Что, поговорить написано было? Тихо. Поговорить, точно. Так, что, здравый ум? Блин. Не угадал. Ладно, сейчас я его заберу, и у меня будет 5 кукунов, и пойдем открывать сокровищницу. Ого. Типа того. Не буду я показывать, как я его забираю. Ну, точнее, покажу, что надо отдавать, но все не буду показывать. Осколки, да? Да, вот я осколки отдаю сейчас. Все, сейчас, короче, я добегу до сокровищницы. Я пойду уже коротким путем, потому что я, как ее найти, я нифига не помню сам. Дойду до сокровищницы и, собственно, поглядим, что там будет. Хватит, хватит, хватит. Вот здесь, кстати, чувак стоял, пивом торговал возле этого корыта. Я к нему подошел очередной раз, попросил воду. Он такой: ах ты, говорит, жадный, и согрелся на меня, и бросился на меня бить меня, хотел меня побить. У него, конечно, ничего не получилось, но он хотел. А это куда ведет? Я не особо помню уже, куда идти, честно говоря. Но куда-нибудь дойдем. Вот этого нельзя бить в спину. Потому что если его бьешь в спину, он, короче, вон туда залазит и лут дропает, и он вот там вот между горшками и стеной лежит лут, ты его не заберешь. Такой вот бачок. В игре есть небольшой. Не то что бачок, но. В общем, не надо его в спину бить. Блин, не сюда.
Не сюда я вообще иду-то, да? Мне вот сюда надо. На самом деле, когда ты прокачиваешься вот до такого уровня, как я сейчас, уже не так интересно играть становится. Ну, то есть, все уже такие дохленькие, особо не напрягаешься. Оно как бы сюжетку только пройти, если... Ну да, можно, но на самом деле неинтересно. Мне уже вот сейчас неинтересно. Ну, когда сложно, когда легко, враги стали легкими, в основном все. Я, правда, еще в последней локе не был. Там наверняка меня будут опять иметь. Но вот в этих локах уже не сложно. Так, тут сохранюсь на всякий... Нет, зачем мне сохраняться? Так, идти надо вот сюда. Что-то я как-то так быстро дошел, на самом деле. Даже на паузу не пришлось запись ставить. Так, вот этот эликсиров только не накрафтил. Это плохо. Ну, хотя там будет костер. Так, слышишь ли? Куда? Куда, блять, я потерялся. Слегка. Ага, вот сюда. Ну, ёлки-палки. Это я сейчас спрыгнуть хотел. Отлично. Не прыгайте с недоеденного лифта. С недоеденного. В смысле, который не доехал. Это чревато. Вас может придавить ногу насмерть. Прикинь, сейчас второй раз умру, и мне обратно опять бежать от хрен знает какого костра. Нет, второй раз ошибку свою не повторю. Сейчас бац, какой-нибудь хрен на башку падает, и я умираю. Ладно. Вот она, заветная сокровищница. Тут, когда, короче, приходишь, когда... Здесь на полу лежит много, ну, денег, грубо говоря. Просто лежат. Раз деньги, два деньги, три деньги. Так идешь и собираешь их. Деньги. Ну, кости они здесь называются. Ну, один хрен. Во, этот хрен пропал, видишь? Кстати, сколько у меня денег? 98, пофиг. Этого хрена здесь теперь уже нет. А здесь стояла мартышка, которая меня не пускала, типа, людям вход нельзя, ну сейчас, наверное, откроется. Давай. Эх ты ж! Ничего себе. Вставить драгоценный, блин, давай. Да ладно, тут еще по очереди надо угадывать, что ли? Вы серьезно? О май гад. Твою мать! И где мне это узнать?
Ну, это глупо. Тут максимальный тупняк. Дайте подсказку тогда. Я чё, бог вам, что ли, разгадывать такие загадки, блядь? Это написано где-нибудь хуй знает где. А ты не читал, поэтому ничего не разгадаешь, понял, да? Я ненавижу вот такие вот решения. Ну зачем? С какой целью, блядь? Мы что тут, блядь, что, где, когда играем? Да это даже не что, где, когда. Хрен знает зачем, вот. Зараза. Вставить по порядку. Руны, которые использовали колос. Похоже, его можно куда-то вставить. Камень Сифлера. Изгнанный цвет на виде сиф. Так это тут все камни еще надо, оказывается, собрать было. Ну, то есть... Давай так. Человеческая природа... Сифлер, Квакун, Сокровищница. Да, блин. Сокровищница, человеческая природа, Сифлер, Квакун, Колос. Ну это глупо, блядь. Ну вы понимаете, что у тебя глупо? Видимо, нет. Не понимают смысле. Вакуум. Нет. Вакуум. Сокровищницы нет. Во! Я нашел испытание хозяина сокровищницы.
Ну, то есть этот документ я уже давно нашел, но я еще обратил внимание, что тут слова выделены желтым цветом. Жадные люди прибыли к золотым дверям сокровищницы. То есть сокровищница, квакун, сифлер, сокровищница, квакун, сифлер, колос. А, жадные люди. А, сокровищница, квакун, люди. Сифлер, колос. Сокровищница, квакун, люди. Сокровищница, квакун, люди. Сифлер, колос. Сокровищница, квакун. Сокровищница. Колос. Люди. Сифлер, квакун. Так, сейчас максимально не понял. Где это, блин, так? Жадные люди прибыли к золотым дверям сокровищницы, которые откроются вновь, если охраняющий их квакун падет к их ногам. Жадные люди хлынут вперед, прокладывая путь к дверям сокровищницы для моих самых верных сыщиков, даже если свечение колосса за ними исчезло. А, я неправильно ввел, что ли? Блять, записать, что ли? Господи, память нет, нахера, ебана. Сейчас, секунду. Сокровищница. Квакун. Люди. Сифлер. Колосс. Ядритиловый ядритил. So many treasures of good stores in my eyes. Quick. If that guy at the door notices, Master won't go easy. The hell is the ruse? I want to take it all. Shh. Quiet. Someone's coming. Лол. Это что за чудо? Этот... Deal with him quick, before Master comes back. Разбойники сокровищ. Ядрить она толстая, или он это? Ау, ау, больно, больно. Деньгами меня бьет. Собака страшная. Так, погодите-ка, ребята, что-то. Потише чуть-чуть сделаем. Дай, блин. Ау. Ой, ну все понятно. Минус тайминги опять. Господи. Я не понял, чё у него хп-то столько, блядь? Охренеть, правда, хп сколько.
Нафига ты такая толстая? О! Что такое? Эй, чучело, ты деньги оставила. Куда ты бежишь, блин? Лол. Я могу переключиться? Нет. Охеренно увлекательный бой. Ау, 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 да хватит. Не, господи. У него стамины пипец вагон. Ой, бля. Все, я покойник. Вот мне вообще не хочется умирать. Веришь, нет? А, вот она побежала, типа. Что-то я не понял, а почему у нее хп-то не снимается? Блять, лечится. Она еще и хилится, твою мать. Скотина. Да хватит хилиться, ты че творишь-то? Ядрить твою мать, ну блин. Как с ней биться-то? Так, урона она, в принципе, наносит не очень много, а вот я ей наношу вообще письку. Благословенной грубой силы. Давай наденем. Так, грубой силы. И тебе. Я не понял, блин. Вам обоим, что ли, надо менять?
Или я не то поставил? Новые силы. Грубой силы. Наверное, я начну вот с этого вот персонажа. Deal with him quick before Master comes back. Beautiful treasures. Precious treasures. I will let them be tarnished by you. Блин, ни хрена себе мало урона. Это вообще-то не мало. Это вообще-то много. Вот, давай, давай. А где музыка? Куда побежала, блин? Стой, сучка. Не боюсь, забаговала что ли, нет? Что-то я не совсем понимаю этот бой, честно говоря. И где музыка, я тоже не понимаю. Пиздец. Нет, нет, нет. Ау! Блять, иди ты нахуй, а? Да ну не... Блин, да это просто пиздец. Я ничего не успеваю, понимаешь? То есть я... Таймингов нет, блять. Их нет, блять, просто нет. Я нажимаю, блять, кнопки, и все не в тайминг. Тупо мимо все, блядь, понимаешь? То есть ни одного попадания, блядь, нет. Это называется их нет, блядь, вы понимаете или нет? Видимо, нет, блядь, как вы поймете. Сука, бесит. Вот меня вот это бесит, правда. Deal with him quick, before Master comes back. Они, как бы, тайминги должны быть либо...
Это пиздец, блядь. Это просто пиздец. Я не могу попасть. Я лечусь, она меня пинает тут же. Бред сивой кобылы, блядь. Ой, не та кнопка. Почему щит спадает, когда я перса переключаю? Так, вот это убрать, 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 убрать. Ну, допустим, я поставлю порошок защиты, допустим. Только вот он со щитом-то, наверное, не будет работать. Блять, почему меня не туда направляют? Так, допустим, так. Переключение вот этого говна тут максимально неудобно сделано. Deal with him quick before Master comes back. Precious treasures. I won't let them be tarnished by you. Это пиздец, блять. I won't let you spoil my good fortune. Это пиздец, блядь. Да иди ты нахуй, блядь, а. Почему она столько урона-то наносит, я не пойму. Этому меньше. Я нажал блок, если что. Ага. Тебе ж похуй, да, я понимаю. И где урон? Ту ебаные.
Она берет, короче, деньги, и у нее восстанавливается стамина. Отлично, блядь. Да как ты меня пробиваешь блок-то? Ну я же стою в блоке. Я не понимаю. Я правда не понимаю. Я не понимаю эту боевку. Гори в аду. Я горю с этих боссов, блядь. Потому что... Короче, все. Я горю абсолютно со всех. С копейщика горел. С ласта горел. Ну хорошо, первый раз стамины не было, а второй раз ты чё? Почему ты попала, а? Блять. Ну вставай, блять. Это пиздец. Блять, ну нихуя не уворачивается, блять. Я клянусь, я жму, блять, все кнопки, блять, которые надо. Нихуя не уворачивается. Это просто пиздец какой-то. У меня такое ощущение, что у меня в бою, блять, кнопки просто не работают, нахуй. Твою мать. Ну вот как? Я не понимаю, правда.
Бля, это просто пиздец. Да ну как? Ну прыгнул же, блядь! Бля, это просто пиздец. Ну я в блоке стоял. Ну вы же видели, я стоял в блоке. Вообще насрать. Как будто нихуя не было. Я не понимаю, как в этой игре биться, правда, с боссами, блядь. Это пиздец какой-то. Ноу, как же у меня горит. Он еще ни хрена не помогает. У меня защиты миллион, блядь. И вообще у меня такое ощущение, что здесь тайминги рандомные вообще. Что это? Твою мать, иди нахуй. Что? Ну не, блядь, да как ты дотянулась-то?
сука. Миллион атак всяких разных. Бля, это просто пиздец. Бля. Как ты попадаешь-то, блять, а? Блять, он меня сейчас убьет. Блядища. Ага. Поплохело, что ли? Давай, беги, блядь, за ней. На нахуй. Геморрой какой, господи. И все. Я за это страдал полдня. Ну, шелк хаоса вообще хорошая вещь, да? Надо примерить. Сейчас бы в банке драться, блять, ептать. Денег вон, вагон, забирай и пошли отсюда, нахер. Нет, вот игра офигенная, боссы, в принципе, нормальные, но тайминги, блядь, высосите мою душу, блядь, называется. Секиры не так. В Секиры, если ты в тайминг не попал, ну хорошо, тебя задамажат, но тебя не застанет, тебя не уронят, тебя не... А тут ты не можешь ни хрена сделать. Не знаю, или у меня просто комп слабый, хер знает, блять. Короче, я не понимаю, почему у меня боевка здесь не идет. Так как он назывался? Шелк? Хотя чё я обманываю, у меня и в Секиры боевка сначала не ладилась. Так же бы посасывал.
Все. Шел к хаосу, да? Друзья, куда он вставляется? Зачем я его качал? Он вставляется сюда. Не в атаку. А, не в защиту, то есть. Выдержка 100. Ха, а регена выдержки-то нету. Ну, вместо сапогов на босса, если вставлять только. А так-то мне сапоги нужнее. Ну, в общем, все. Я сейчас тут получаю эти амулеты еще какие. Короче, последняя, наверное, локация еще осталась. Может быть, запилю прохождение даже. Угу. Пока-пока.